Поехали, раунд номер 31. 301. Мы снова в сундук. Ага. Книга деда. И будет позитивный чабик. S0Z0 с UDF. Скорость не очень, рейндж гигантский. Тирейт, это вообще невероятно. 3.48, это максимальный тирейт? Это похоже на очень максимальный тирейт. Шутки про тактариса. Вчера одна была точно, я видел. Вчера точно видел. Дэмэджа немного, скорости немного, но все остальное неплохо. Эти мухи. Мозгу больно делают. Такого не был готов с первого же рума. Нет, тут Гридиера пока нету. У нас пока чисто Иден Стрик. Ходим на Идене на 4 цели. Мы ходим в сундук, в Даркруму. На мать и на зверя. Это... Это такая большая минус скорость. Надеюсь, меня за это не накажут. Надеюсь, нас за это сильно не накажут. О! Это очень приятный подарок. О! Сейчас совсем легко. О! О! Это скорость исправит, и дэмэдж исправит чуть-чуть. Короче, это все равно полезно в любом случае. Это тоже было бы полезно, но это я не возьму. Так, сейчас надо не брать хп никакое. Блять, автомат, конечно. Автомату, как всегда, чудовищно больно. О, мун-карта, полетели. Это может даже лучше, чем Book of Dead. Кстати, мини-босс здесь, серьезно. Да, Рекс теперь то же самое, что и просто играть за Лазаря. Одно и то же. Хотя каждый раз ванап и каждый раз надо прокать, чтобы получать дэмэдж и получать мультиплеер на этаж. Именно так. Так, а я заберу это синее хп, это интересно или нет? Надо искать секретки, это обычные. А, я забыл, у меня же... у меня же шуб-то каждую руму. Да, потому что тринкет. Хо-хо-хо. Так это ж просто гениально. Так это же просто гениальный шуб получается. Я что-то сразу и внимания не обратил, что у меня же это тринкет. Имба. Пеблочка. День добрый. Опа. Ну все. Так, ну смотри, получается мы... Как делаем... Делаем вот так, видимо. И теперь я Лазарь. И теперь я забираю еще 2 хп. Лоурами. Как открыть золотые тринки? Честно, не помню. Там по-любому чей-то какой-то альт-персонаж и мегастен. 100%. Но какой именно, я не помню. Возможно, Каин. Возможно, альт-Каин мегастен какой-нибудь. У меня вообще даже есть эти ультра-подсказка. Там можно перейти на вкладку Unlocky. Charts Unlocky, Alt-Charts Unlocky. Там точно, по-моему, можно это найти. Привет, злой геймер. А, может быть, да, может быть, Альт-Якоб. Тоже вариант. У меня нет, модов у меня нет. Я играю без модов. Темно. Устал лучше, у меня уже 5.8 дэмэдж вам. 5.8 дэмэдж, скорость стала побольше. А, правда, тирейт стал меньше, вот еще печально. Это минус, да, тирейт стало меньше.
Ну, наверное, это не так страшно. Было синее, разве я же взял все синее, нет? Было в магазе синее. Не, я взял все синие, по-моему. Я думал, ты просто имеешь вчера. Нет. Нет. Я так долго не стримлю обычно. Ой, бля. Что может пойти не так? Очевидно, ничего, правильно. Абсолютно ничего. Да это уж больно приятно, поэтому, чтобы его не брать. Ладно, благо деньги есть на хп. Надеюсь, опять будет мага с синим хп. И хелса от босса будет. Надо вот опять не добить убиться, да? О, я по-любому убиваюсь. Я по-любому тут убил. Ты зачем это съел? Я тебя не просил это съедать. Ну ладно. Так, надо шуб издать в каждой руме. Не забывать. Ага. Это бесплатно. Бесплатно. Бесплатно это надо брать. Почему лазарь? Потому что я нашел Лазарус Рекс на первом этаже. Так получилось в этом ране. Я застрял. Я опять не юзаю хрень. Привет, Майк. Еще хп. Па-па-па-па-пам. Тут надо секретка первая. Ну нет, так нет. Искать. Но хотя она может. Тут может быть слева вот. А. Нашел. Тебя можно взорвать. 5 копеек нету. Стример, там камень рядом с магазином. Реально. Стример слеп. Спасибо. О. Ну хп все-таки нашел, окей, ладно. Не сразу, но хп все-таки дали. Без обмана. Вчера решил раньше на лосте сообразить. Дошел до мегасцена, потом в Void. Там нашел R-кнопку и был делирием. Правда, его через листик. Ибо это хуй помимо как играется, потом... Рнулся на мать, ебанул на ресторан перед самым 2 плюс часа. Неплохо. Какой-то приятный ран. Плохой таймер. А тракторист на стриме? Скоро уже не будем трактористами. По-моему. Не-не-не, это точно не лучше. Так, это блинт. Блинт. Квитлок прогает, ты получаешь плюс 0.5 дамага перманентно. У меня был дэмэдж 5.8, но посмотри, сейчас 6.45. Без дэмэджа на этаже. Ну типа там раза два прокаешь, дальше смысла уже реально мало. Но первые раза два точно можно прокать. Шагрю, у меня был дамаг 5.8. На старте BSM2, сейчас уже 6.45. Ну там реально, чем дальше, тем смысла меньше. Типа сейчас прок, у меня уже будет дэмэдж, может быть, 7. Дай бог, если сейчас опять прокну лазаря. Сейчас я уже вряд ли его прокну. Ну посмотрим. Ау! Я хп не вижу, я вернее не вижу айтема, поэтому тут я вряд ли буду прокать. Или все-таки буду прокать тупо на похуй? Я не буду. Тем более сделки нету. Либо если будет хп где-то валяться. А, ну или так. Wait, what? А! Яичко.
Яичко спасает. Эпик. Нет, тупо урона про анемия. Точно. Точняк. У меня же анемия. У этого челика. Стоп, или нет анемии? А нет, нету, потому что я не прокнул лазаряда. Ха! Бля, под... Стоп! Стоп! Блять, я это проку? Я это могу прокать? У меня есть такая возможность. Там даже хп может упасть. Ну смотри, я могу хп найти еще с автомата. Там черед, если есть красный. Ладно, хп красный довольно мало. Ну как бы эта карта не иронично может нажаться. Прям вот вообще не иронично. Ну посмотрим. Серпинский сфармить можно? Можно контакт демеджем фармить. Кстати, я тоже это могу делать. Я могу фармить гусениц или еще кого-нибудь. Come on, не прокет. Энвамп. No, we had Lazarus Rex on the first floor, basically. Okay. Больше я не могу этого делать. Надо бы не умереть. Подожди, а там разве зависит от того, где ты нажимаешь эту душу, вернее эту карту? Разве есть зависимость? Что-то я такого не помню. Ну давайте попробуем. Хотя не, подожди, тогда если в секретке, то может быть миссия 0 или тим-тренер. Тем более нахуй. Это же блайнд этаж. А, реально зависит от комнаты. Блять. А, я сняла? Подожди, разве? Уже нет блайнда? Ладно, я вам верю. Да, я фармил автомат. Это правда, возможно, и сняли. Hello, mighty Nairn. Do you know if modded characters can fill the grid machine grid mode? I have no idea. Can't help you with that. Hello, Black Fox. А, айтема не дали ни одного, понял. Так, ну смотри. Я ожидал большего. Здесь-то не было шипов по дороге, я не помню. Представил. Сейчас у меня будет скорость, стоит скорость. Сейчас у меня будет дэмэдж, по-моему, 7. Или около того. Из-за этого прока. Откуда ванап? У меня Лазарус Рекс. Привет, дец. Я не взял черевод. Подожди, выкинь. Тейс оф Спейдс. Чё это за карта? Жустис. У. Полезно. Нет! Не надо. Ага, хорошо. То есть я почти не потерял хп. Лестницу. Она дорогая. Она очень дорогая. Не хочу брать лестницу. Так, а айтем я уже взял, да, в этом руме? А, там же не было блайнда уже. Точно, я же взял серпинскиз, я же видел, что это серпинскиз. Я троллю. Лядно. Ага. Ага. Хорошо пошло. Обещали же одно до 4 айтемов. Видимо, нас наебали.
Видимо, нам не хотели дать 1 до 4 айтемов. Нам дали 0 айтемов. Ну, по-моему, там часто бывает, что нет айтемов. Там, наверное, какой-то странный... рандом странный. Так, ну ладно. Ну, по-моему, вышло неплохо. По-моему, вышло довольно выгодно. Так, по ощущениям. Вроде я ничего сильно не потерял от этого мува. А, может, даже что-то я нашел. О, 7 ровно. Как, прям угадал. Прям ровно 7. Ну все, типа, дальше там будет все меньше и меньше. Типа, каждый прок там уже будет давать по плюс 0 нихера. Потому что там даже урон, типа, не плоский, а это обычный урон. Так что там даже будет меньше 0.5 будет даваться, наверное. Уже, возможно, следующего прока. Но опять же, у нас 7 дэмэдж, при этом, что у нас дэмэдж ап всего один в ране, да? У нас только грипп есть. То есть это с 3.5 дамага у нас уже 7. С одним дэмэдж апом в сиде. Стоял черный, разве? По-моему, я его взял. Я за ним заходил ранее. О, галп, окей. Удобно. Тоже удобно. А там было бы 3.5, потому что я лазарь. Типа, я же уже не Дэн, я лазарь. А так, да, если бы был бы Дэн, то еще с 3.08 получается. Типа, у лазаря же 3.5 базовый урон. Но в целом, да. Формально, считай, с 3.08 бафнулись. Я говорю, одно печально, что ты не можешь лазаря испробовать нормально. Типа, ты не будешь прокать... мультиплеер в начале этажа, если нет хп. Это прям мало вероятно. Тем более, если у тебя уже много хп. Это минус. Привет, лев. Привет, Фингер. Господи, кошка, ты можешь нормально сесть? Ты можешь не жопой к чату? Развернуться. Кто-то не может. Или может. Не, там нормально ходит. Просто троллит. Это мне вроде не нужно. Тут явно какая-то секретка вторая, да? Ага. Ну это надо есть. О-о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 -
Жаль, что я этого не знал. Так, надо прокать этого серпентскиса, ага. Так, ну, окей. Потому что я опять прокую. Есть один костяной, один штука. Есть одна черная хп. Плюс можно фармить сейчас серпентскис жестко. Привет, Мамби. Побеждаю, ну, типа... А, пошло. Пошло, о, найс. Давайте. Обнимашки. Хорошо, господи, хорошо пошло-то, а. Еще два, найс. Смысл? Ну, типа, я же все равно буду умирать на сделке, скорее всего. Ну, вернее, сделку я беру и так, мне все равно хп хватит.
Потому что бы еще раз не убиться, если с хп все равно можно забить снова. Не вижу смысла этого не делать, если это можно сделать. Бонус маленький, но все равно блон. 5 поп. Ладно, я на дьяволах, может, будет уголь. Поп говно, я в курсе. Я знаю, что говно. Но когда меня это останавливало? Сердце я знаю про костяное, я помню, я заберу костяное. Но после сделки, которая, я надеюсь, будет. Изи плюс ключ. Здравствуй, микро. Лазарус Винстрикты позволяет. Спасибо, но у нас нет, у нас типа Эден, но просто мы нашли Лазарус Рекс в начале рана. Вы ничего не подумайте, это все еще Эден. Просто Эден, Эден под это прикрытием. Как бы вроде Лазаря, вроде Эден. Непонятно. Увидел секретку, окей. Так, вообще я ищу рок-ботом, потому что у меня есть Huge Growth. Это было бы сейчас неплохо найти рок-ботом. Под Лазаря и под Huge Growth вместе взятые. Ну, наверное, я сильно многого хочу, наверное. В этом ранее. Все же вряд ли это найду. Ну ладно. Так, челика взорвали, сделка шанс стал побольше. Да, двойка ролит только пикапы в этом, в дайс-руме. О, господи. Уровень 2. Что еще, что за счет за уровень 2? Спасибо, Гамиоли, за ресап. Спасибо за 7 месяцев. Теперь у вас тоже какашка есть слева от ника. Спасибо. И да, добрый даже вечер. Ладно, уже почти вечер. Похоже на правду. Так, ты мне дашь хп? Нет. Так, ну-ка. Яйкс. Ну ладно, сделка такая себе, но в принципе. Ну типа, нет смысла не прокать Лазаря. Вообще нет никакого смысла. Никакого. Если есть хп лишнее на этаже, то... Так, боже, как теперь буду убиваться? Стоп. А как? Как это? Как какать? Где? Я что-то оставил где-то? Там были шипы? Где были шипы? Кёрса? Кёрса, да. А, и шипы его, точно. Шёл. Да, я про Кёрса забыл тоже, это правда. Ау! Кстати, Лазарь прокрыл сразу первый, да? Даже если есть колор. Правильно. По-моему, он всегда прокает первым. Даже если бы колор прокал, все равно я бы Лазаря прокал сначала. Вроде как. О, приятно. Так. Да это забрать. Как-то, конечно, все это криво сделал. Есть мнение, ну ладно. Не знаю, нахера я беру последним. Ладно, почти последним беру Бонхард. Ладно, Бонхард под защитой черного хп. Неужели не идти за красным? Короче, пошли дальше. Сейчас будет дэмэдж 7... 40 с чем-то. Наверное. Или нет. Давайте проверим. Дэмэдж 7... 71, ладно. Еще 0.5 дают, хорошо. Ну все, дальше будет уже не 0.5, дальше уже будет меньше. Дальше будет падать. Опа. Так, это букворм? Не, у меня уже букворм есть, это роль. Да я все оставлю шуб, наверное. Мне шуб нравится. Там можно завязать. Мне кажется, Лазарь первый, потому что он прокает в руме, нет?
Потому что он возрождается в той же комнате. Разве не из-за этого он первый прокает? Там, наверное, же из-за этого такая очередность. Потому что, например, если у тебя есть Shadow и Лазарь, то Лазарь тоже прокает первый, а Shadow потом. В таком порядке. Мне кажется, именно потому что, типа, такая там очередность. Из-за механики, что в той же руме прокает. Имба с Лазарем. Это плохая идея, наверное, тем более с попом. У меня шуб каждую руму, я не хочу его менять. Я, конечно, его не то что часто использую, но... Я могу его использовать часто. Найс триплшотеры! Ты... псина. Пам. Он хард уцелел. Вурп, вурп. О! То, что надо. Надо, чтобы много было врагов в руме. Хп черный, я знаю, я его оставляю, потому что я, может, опять буду лазаря прокать. Я вошел во вкус. Ой, блять. Ты сейчас зачем было так делать? Типа хп буду фармить. Что, у меня реально уже 7,5 дэмэдж без дэмэджапов. У меня один дэмэджап — это грипп на первом этаже, все. Один дэмэджап за 5 этажей. Так что... В этом районе, походу, очень даже в тему этой херней мается. Сейчас был бы дэмэдж где-то 4 с чем-то, наверное. Ну или 5 с чем-то был бы дэмэдж. Еле как. Окей. Это можно на Библию нажать. Опять деньги безлимитные. Чит на бесконечные деньги. Нет, Лазарь просто здесь дается каждый этаж. Они же переделали Лазарь Рекс. У тебя каждый этаж бесплатная жизнь. Так, мухи. Давайте. Правда, вот после этого этажа уже, наверное, напруга смысла мало будет. Я уже получу, скорее всего, 0.40, наверное, сейчас дэмэдж, или около того. И дальше там будет еще меньше, короче. Уже игра будет не стоит свеч. Зачем? Ну, переделали. Просто переделали. По приколу переделали. Библию я знаю, но это после прока Лазаря. Сейчас-то мне зачем прокать Библию, я ее уже прокал. Статы растут, да. За каждый прок жизни ты получаешь плюс 0.5 перманентный дэмэдж. И на этаж получаешь 1.4 мультиплеер. Но на текущий этаж, к сожалению. Потому типа им стало сложно пользоваться в плане нормального геймплея. То есть ты теперь редко сможешь бегать на лазаре полноценно. С нормальным дэмэджем, но зато можно прокать перманентный дамагап. Что тоже неплохо. Ром плоский? Нет. В том-то и беда, что он не плоский. Хотя, в принципе, это может даже... Это плюс, что он не плоский. Потому что сейчас я получил плюс 0.5 за уже четвертый прок. А до этого были, видимо, больше дэмэджапы. Так что... Наоборот, наверное, плоский ром был бы хуже, наверное, не лучше. Так что, может, все наоборот. Judgment. Ну, типа, тебя можно прокнуть. Приятный кросс. Ладно.
А, ага, конечно. Пофармил. Размечтался уже. Разбежался уже. Так я и пофармил. О, яйцо спасает. Как же яйцо сейвит, офигеть. Как же яйцо спасает. Так. Шли Библию прокати хп забирать. Так, на шипы не наступаем нигде. Где там были шипы? Здесь нигде. Привет, Мара. Доброе утро или добрая ночь. Стимир почти умер. Это неправда. Это наглая ложь. Пацитрист. Это бывает. Главное, 1000 не пропустите. Скоро будут. Привет, Джеки. Привет, Снэплай. Так, ну не, я все равно оставлю шуб-то с собой. Блин, найс дэмэдж, ну обидно, что мы его потеряем. Я говорю, меня что бесит, что теперь вообще просто никак не побегаешь на лазаре прокнутом. Просто вообще никак. Ну, типа тут Unreal. Типа каким хером его прокнут в начале этажа, просто как? Во-первых, небо, что во-вторых, страшно. Без хп потом бегать. Все-таки 1.4. Мультиплеер хорошо, но того не стоит. Такого риска. А, скетка может быть и справа, кстати. Она здесь, наверное. А, грыд последний. Так, это все еще лучше, наверное. Я все еще жду рок-ботом. Хотя мне кажется, мы уже рок-ботом видели 2 дня подряд, поэтому, наверное... Вряд ли сегодня мы его увидим, мне кажется, маловероятно это. Но вдруг... Рок-ботом, да, он бы зафиксировал максимальные саты, и потом ты можешь его еще больше делать, да. С каждым проком лазаря на каждом этаже можно еще увеличивать. Ну типа я бы тут уже рок этот, господи, Huge Gross бы зафиксировал, поэтому там уже остальное было бы наплевать. Охуенно ударился. Перед антошек. Тут типа Huge Gross влияет больше, чем даже лазарь. Было бы интереснее. А, Фрис утра проснулся. Фига себе. Какое безумие. Запушило. Окей. Это было интересно. Люблю поп. Привет, Газ. Это ж не blind, это lost. Блин, нет синергии, господи, еще айтем на рок-ботом. Нету синергии на поп никаких в этом ране. Грустно. Грустный ран. Нахера я беру поп, если там ничего не дают? Ничего интересного. Зачем беру поп, у меня не хорди стрик, у меня... Тролль стрик. Ну типа он сильно не руинит, а бывает весело. Тем более, если раны так вроде более-менее мощные. И бояться сильно нечего. Можем да всякие глупые айтемы брать. Рофла парада с первой сделки. Причем с телепорта. Я так и не проверял. Они это пофиксили или нет? Раньше в Автоберс Плюс. Типа, если ты получал сделку с телепорта или с Джокера, или получал сделку без этого, типа, после босса, то они были разные сделки. Сейчас я не помню, они это исправили или нет, или так и осталось. Был такой мем. Одинаково сейчас, окей. Значит, они исправили. Да, раньше это было забавно. Так можно было сделки обузить. Ну, это смысла, правда, мало имело.
Это максимум только для Сирида порой было интересно. Это вот Сирида очень старого. Очень старых версий Racing Plus. Я помню, когда у нас гонка была в таком натурике. Где была гонка в Даркруме на хуевом старте. Где было просто ничего не было за весь ран. Где мы оба дохли в Даркруме. И потом я нашел телепорт на Бейсмен 2. С этого сундука красного, там был маф, которого не было в сиде вообще. Золотое время было. Настоящий был сирит. Мужицкий. Картинки под стриком какие. Где написано Иден против Блюбэби. Вроде же очевидно, нет? Типа... персонаж и босс. Версуса раньше не было, да. Мне кто-то подсказал в чате, я что-то не знаю, почему сам я до этого не допер. И оно не было похуй. Очень-очень хорошее, по-моему, дополнение появилось. Теперь это еще стало более очевидно. Когда появилось слово VS. Почему Иден? В смысле, почему Иден? Потому что я играю за Идена? А, потому что я рано начинал за Идена. 48-hour energy. Так это брать. Ну, конечно, Blood Rides лучше, чем Razor Blade, который здесь был до этого, но... все еще говно. Я все еще это брать не буду. Потому что Eden Streak. Это тоже возможная причина, почему. Тоже возможно. Привет, Эдди Кью. Айс, Рума. А, камней не вижу вроде. Тут. Ого! Аж две штуки. С него неудача была ниже нуля. Забавно. Висян играем на минус удачи. Только вышли в плюс. Впервые за ран. Опа. Здрасте. Плюс 0.5, ну да. Очевидно. Кстати, это плюс 1 дэмэдж или это меньше, чем плюс 1 дэмэдж? Этот класс я забыл. У меня уже было много дэмэджа, поэтому... все равно он уже дает мало. Потому что я уже слишком много получал демошапов. А 0.75. О, господи. Профлэм. Health down. Опа. Вижу. Опа. Вижу. ХП, удача. И рейндж. Самое главное. Это самое главное. А, иди, тихо. А, он взял, окей, молодец. Я думал, я взял. Только звук услышал. Забафнули монстра 2. Переделали маленько, да. Они спрайты же заделали новые. И некоторым чуть-чуть переделали атаки, но там маленько. Он стал быстрее атаковать теперь монстра 2. Ну, вроде не критично. Просто, наверное, непривычно, может быть, поэтому да. Надо теперь привыкать к новой скорости монстра 2. Айкрафти. Я дуй, ну-ка. Can't really complain. Shit happens, I guess. You're doing well as well. Чё, Spotify? Ну, пока работает, не знаю. Говорили же, типа, он в апреле уйдет, ну когда в апреле, я без понятия. Там не было никакого официального заявления, не было никакого, никакой даты, по-моему, тоже не было. По-моему, официально. Так уйдет, господи, чё сделаешь? Буду год делать офлайн плейлист, и потом... нахуй, ничего это будет не надо. Уже ушел? Нет, он уйдет в плане, что вообще уйдет. Ты не сможешь им вообще пользоваться из России, без дрочи.
Офис, да, офис они закрыли давно, и премиум не купить тоже уже давно, уже полмесяца. Там речь о том, что они типа вообще перекроют доступ к самому ресурсу. Это уже будет гораздо более мерзкая вещь. Потому что типа они убрали премиум, мне похуй, я купил премиум на год, мне поебать. У меня год будет Spotify, если его перекроют вообще, типа сам доступ к именно к аккаунту, через этот российский аккаунт, то тогда уже другое дело. Я знаю, я сам так юзал, но опять же, там надо, чтобы аккаунт был, по-моему, не российский, по-моему. А у меня уже аккаунт, если российский, то тогда чё там делать? Тогда вот вопрос, смогу ли я в него зайти. Потому что я же оплатил уже этот аккаунт у меня уже там все данные, типа, ну, платежные российские. Так, то есть все равно я аккаунт-то проебу хоть как, ну, в смысле, оплаченный премиум. В этом плане. А зайти-то, конечно, похуй, господи. Аккаунты можно и купить, можно и сделать, можно и что угодно сделать можно. Вопрос просто в потерянной 1000 рублей, которую у меня Spotify нагло спиздит, получается. Как бы в этом вся проблема в теории. Что, в принципе, не такая-то и проблема, в общем-то. Не фатальная. Как-то я резко зашел в эту руму. Soul of Eden. Ну, наверное, да. И даже это, наверное, да. Ага. Господи, какой полезный мальчик. Дает эмпироры. Эмпирор — это неплохо. А мы собрали? Нет, у нас есть помадка, есть... А чё ещё есть? Это же мамин глаз, это мамин айтем, я даже не в курсе, я не помню. А, бусы есть, да. Глаз — это не мамин айтем. Бусы и помадка. Так что пока ещё жопный нож ещё пока не собран до конца. Ладно, пойдём дальше. Но Эмпирор — это прям приятно. Сейчас я, по-моему, не сильно готов фармить с этим билдом. Кушай, кушай. Еще кушай. Найс, паук. Помню, однажды меня этот паук убил. Было дело. Прямо на стрике. Смерть от паука, от этого мальчика. Забавно было. Как оно выжило? Забавно, нет? Да, по-моему, было забавно. Там был маленький стрик. Типа 1000 было бы стрик так слить, наверное. Жетончик. Не ешьте темный дачник. Спасибо за 19 месяцев, правда. Но сообщение страшное. Но спасибо за предупреждение. Только я заметил, что вырви глазный красный пропал. А где? Где ты, про этаж, что ли? А он разве был? Вырвиглазный красный. У меня, по-моему, его никогда не было. По-моему. Или я не помню. Это же, по-моему, с видеокарты, что ли, связано. По-моему, чуть ли не с AMD. У них там какие-то приколы были. Я потеряю в хору. Не хочу в хору терять. Не наверх.
Хори. Хори кайф. Так, я хп не вижу, у меня, ну, вроде у меня по хп там запас вроде это. Ощутимый. Нет. Господи. Нет. Красиво запушило. Привет, Форекс. С ДПСом, ну, немножко ДПС вроде есть. В сундуке я имперу не хочу всирать. Нахуя мне имперу всирать? С импером ран уже пройден. С душой, да, но я не знаю, что я наролю. И потом мне еще сейчас предлагаешь чистить с этим билдом. Зачем? Это извращение, помню. Какое-то извращение. Вообще рано же, по-моему, закончить и забыть про это недоразумение. Но без лазаря сейчас, получается, был бы билд уровня 1 в хора. 1 в хора и кринж пара, да? У меня сейчас был бы демшен, наверное, 6 или около того. Наверное. Ладно, может, был бы 7 демедж. Ну, плохо, что без мультиплеера играем. Это, конечно, печально. С мультиплеером было бы, конечно, повеселее явно. Ну, типа, тут тяжко прокать мультиплеер. А, даже так. Ладно. Ладно. Купил за 1 хп, получается, да? Плюс-минус. Вроде довольно дешево вышло. Как работает крутилка с перьями у догмы. Вечно хп теряя, блять, теперь летает этот грызок из ящика. Но он летает в твою сторону и стреляет перьями. Каком-то паттерне 6 раз делает это подряд. Там не такая атака сложная, просто забиваешь болт на атаку и ее, в смысле на дэмэдж ее, и просто сам доджишь, собственно, и все. Она только поначалу атака сложная кажется, так она не особо сложная. Будет. Наверное, не хочу. Окей. 5, 6. Ну ладно. Вовремя. Так, сейчас будет плюс синий хп, да? Потому что у меня... Да. Что у меня тредклот на Имперора. Кайф. Долго мальчик пожил. Не очень долго. Не, ну тупо на лазаре, в общем-то. Забавно.